Познакомиться поближе и узнать о профессии полицейского. Площадка для игры в волейбол – вполне подходящее место. В неформальной обстановке ученики 72-й школы могут подробнее узнать о трудовых буднях самарских правоохранителей, услышать обо всех тонкостях непростой работы от ветеранов ведомства. Свое начало турнир памяти берет в 85-м году. Традицию до сих пор чтят как учащиеся школы, так и сотрудники Министерства внутренних дел, которые с радостью приходят в гости к школьникам. Вот эти ветераны, они были действующими сотрудниками и начинали участвовать в первых турнирах. То есть им сегодня практически за 60 лет. За 60 лет, но они участвуют в этих турнирах. Поэтому вот сегодняшняя молодежь, сегодняшние инспектора, которые сегодня несут службу, я думаю, они тоже на многие десятилетия запомнят вот эти турниры и будут в них постоянно участвовать. В турнире памяти подвига Александра Соколова приняли участие 4 команды. Одна состояла из учащихся школы, вторая – из родителей учеников и преподавателей. И еще 2 команды – это действующие сотрудники и ветераны правоохранительных органов. Такие встречи для школьников очень продуктивны, ведь некоторые одиннадцатиклассники хотят связать свою жизнь со службой в полиции. Многие наши ребята после окончания учебы желают продолжить службу в Министерстве внутренних дел. И здесь как раз они показывают, что как поступить, рассказывают. И многие идут. Из нынешних выпускников я точно знаю, что вот 2 парня уже хотят поступать в училище МВД России. Сержант милиции Александр Соколов когда-то и сам был выпускником Самарской школы номер 72. Уроженец Куйбышева ценой своей жизни спас несколько сотен людей в 1983 году. Он сопровождал колонну автобусов, которая перевозила рабочих авиационного завода. И когда увидел, что на дороге несется потерявший управление большегруз, преградил дорогу своим автомобилем. Имя Александра Соколова золотыми буквами вписано в историю родной школы. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, президиумом Верховного Совета СССР, сержант посмертно награжден орденом Красной Звезды. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.